До 45 человек увеличилось количество жертв теракта в иракском городе Эль-Хила. Около 160 граждан получили различные ранения. Ранее сообщалось о 32 погибших. Ответственность за произошедшее до сих пор никто на себя не взял. Премьер-министр страны поручил создать спецкомитет по расследованию теракта. Напомню, трагедия произошла на контрольно-пропускном пункте в 95 километрах от Багдада. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на корпусе микроавтобуса. После взрыва загорелись 50 рядом стоящих автомобилей прямо с пассажирами. Часть КПП полностью разрушена.